Працягваем выпуск. Работа праваахоўнікаў і суб'ектаў прафілактыкі. У Рагачове падчас абласной каардынацыйнай нарады па барацьбе са злачыннасцю і карупцыяй абмеркавалі крымінагенную сітуацыю, якая склалася ў раёне. З падрабязнасцямі Максім Савін. По выниках 2018 года в Гомельской области зарегистрировано снижение количества тяжких и особо тяжких злочинств. Рогачевский район на фоне огульной статистики выглядит не самым лепшим чином. А последние два года тут наоборот фиксуют рост таких злочинств. Недоработка субъектов профилактики первичного узровня – одна из причин сумных личбов. Это участковые инспектора милиции, это председатели сельских советов. Они сегодня решают судьбы людей, они сегодня по закону обязаны принимать меры и по семейному неблагополучию, и по пьянству, и по трудоустройству лиц, которые освобождаются с мест лишения свободы. Но, к сожалению, итоги прошлого года говорят о том, что у нас по Рогачеву наблюдается рост тяжких, особо тяжких преступлений и убийств, и тяжких телесных повреждений. Особливую занепокоенность выкликает то, что забойство и причинение тяжких телесных пошкоджений частей за все здесь у сферы семейно-бытовых отношений. Есть выпадки, когда улику потерпелых оказывались дети. Амаль за все до учинению злочинства сподорожничая уживание алкоголю. Фактически каждое убийство совершено в сфере быта. Каждое второе умышленное причинение тяжких телесных повреждений совершено в сфере быта. Есть факты, в результате которых в связи со злоупотреблением родителями спиртных напитков и наступлением трагических последствий дети остаются сиротами. Формализм, безинициативность, а местами навод и гребывание своими обовязками сбоку субъектов профилактики – одна из причин погоршения криминогенной обстановки у Рогачевском районе. Подчас координационной нарады выпрацаваны додатковые меры, которые повинны содействовать узмацнению правопорядка в регионе и снижению злочинности у сферы семейно-бытовых отношений. Одна из головных умов досягнения поспеху – системная работа правоохранников и всех субъектов профилактики, их тесное взаимодействие. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачова.